Приветствую всех. Получил вот такую коробочку с радиостанцией для гражданского диапазона 27 МГц. Трек 370 ERA. Сразу нас встречает инструкция по эксплуатации. Так как радиостанция работает во всех сетках частот этого диапазона, есть таблица соответствия частот и каналов. Рабочий диапазон радиостанции от 24 МГц 715 кГц до 30 МГц 105 кГц. Сама радиостанция в алюминиевом корпусе с хорошим радиатором сзади. Мощность передатчика максимальная 17 Вт с частотной модуляцией и 8 Вт с амплитудной модуляцией. На передней панели одна ручка регулировки громкости и включения и 6 кнопок управления. Сзади разъем SO239 для подключения антенны и разъем подключения внешнего динамика. Снизу находится сам динамик. Кабель питания с предохранителем достаточной длины. Питается радиостанция от 12 и 24 вольт. Далее идет в комплекте тангента. На ней три кнопки. Кнопка передачи и переключение каналов вверх и вниз. Разъем у тангенты RG45 8-пиновый, как сетевого шнура для локальной сети. Далее идет набор крепежа и предохранитель запасной. Ну и скоба крепления можно прикрепить к любой поверхности. Приклеим резиновые кольца и закрепим скобу крепления. Размеры радиостанции 12 см в ширину, 10 см в глубину, ну и высота около 4 см. Вход в настройки меню через кнопку F и переключение по меню осуществляется кнопками вверх и вниз на тангенте. Первое меню – это звук нажатий, затем чувствительность микрофона, мощность передатчика можно изменять, нажав кнопку F и клавиши вверх-вниз на тангенте, выбрав снова, подтвердив кнопку F. Уровень шумоподавителя, уровень автоматического шумоподавителя, тип сканирования, фильтр, noise blanker, также управление чувствительностью приемника настраивается. Звук окончания передачи Roger, изменение цвета подсветки. Цвета очень интересные, разноцветные. Вот желтого, как-то оранжевого нет, получается. Есть желтый, зеленый, красный, ну и остальные с голубыми, синими оттенками. Яркость подсветки регулируется. Таймер отключения, переключение на нули, сетка при включении, настройка вызовных каналов и общий сброс настроек. Вот такая простая компактная радиостанция для гражданского диапазона, не требующая разрешения в настоящее время. Можно установить также в автомобиль или в помещении, предварительно установив и настроив дополнительную антенну. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.